Обычно, когда мы с вами думаем, мы думаем такими свернутыми кульками. Да? Значит, у нас есть какие-то обобщения, у нас есть какие-то, ну, какие-то уже установки там, и так далее. Мы обычно мыслим уже какими-то собранными конструкциями, а из собранных конструкций они уже имеют ограничения. Они во что-то могут собраться, а во что-то не могут. Вот. Наша задача – развернуть конструкции, за которыми что-то находится. Поэтому я занимаюсь исключительно только… Я уточняю, да? Я уточняю, а что это значит, да? А как это проявляется, а из чего это состоит. И когда вы формулируете проблему, у вас неизбежно, или вообще ситуацию пытаетесь для себя описать, у вас неизбежно появляются какие-то там содержательные аспекты, да, какие-то теги, условно говоря, и дальше ваша задача просто задавать себе вопросы, пока вы не почувствуете, что этот интеллектуальный объект развернут максимально.